Массовые задержки заработной платы, к счастью, остались в 90-х, однако единичные случаи недобросовестного отношения работодателя к сотрудникам встречаются до сих пор. Трудовой коллектив акционерного общества «Стройиндустрия Холдинг» пожаловался в прокуратуру Фрунзенского района на несвоевременную выплату честно заработанных денег. Сумма солидная – более 23 миллионов рублей. Виновных призвали к административной и дисциплинарной ответственности. Теперь задержек с выплатой на предприятии нет. Еще одна компания, нарушившая трудовое законодательство, ООО «Ивановский станкостроительный завод». В ходе проверочных мероприятий было установлено, что по состоянию на начало октября 2018 года задолженность по заработной плате ООО «Ивановский станкостроительный завод» составляет более 11 миллионов рублей. Благодаря своевременному вмешательству прокуратуры Фрунзенского района города Иваново задолженность по заработной плате погашена в полном объеме. Реальное устранение выявленных нарушений остается на контроле в прокуратуре Фрунзенского района.